я их ненавижу. Я тоже. А за что? Ну, подумай сам. Мы художественный образ. Допустим. Как образ, я бы мог стать кем угодно. Хоть Венерой Милосской. Могли бы сделаться классикой. Попасть на картину Сусанна и старцы. Висели бы в музее. Все бы нам завидовали. А я хотел бы быть кубиком Рубика. Что? Как бы там ни было, мы вынуждены быть образами вот этих вот двоих. Это унизительно. Но мы отомстим. Отныне мы будем рассказывать о компьютерных играх и отнимем хлеб у бонуса с гомомером. Это вызов. Вызов. Козни. Козни. Мы начнем свой поход с того, что раньше наших, как бы их назвать-то, биологических прототипов. Точно. Мы раньше них расскажем об игре King's Bounty Перекрестки миров. Нас очень порадовало меню игры. Там изображена принцесса Амели, что называется, во всей красе. Биологических бонусов и гомовер она бы не заинтересовала, но электронных, одного вида с ней... Ну, у принцессы такие, как бы сказать... Бал. Да, поистине, как бы сказать... Кингс. Точно. Перекрестки – суть дополнения к игре «Принцесса в доспехах», которая, в свою очередь, дополнение к знаменитой King's Bounty, пошаговой стратегии, давно завоевавшей расположение публики. Дополнение предлагает нам продолжить путешествие по вселенной King's Bounty в роли наемника Артура или принцессы в доспехах. В данном случае доспехи не только прикрывают, что нужно, но и оголяют, что нужно. Игроку предстоит участие в новых миссиях и кампаниях: поход орков, чемпион арены и защитник короны. Ряды вражеских и наших войск пополнились 9 пугающими созданиями, будто бы сошедшими со страниц средневекового бестиария. У каждого уникальные повадки и способности. 50 новых предметов и артефактов появятся в арсенале героев. Ты, кстати, осведомлен, что значит слово «артефакт»? Фиг знает. Правильно. Кроме того, 13 новых заклинаний. Судя по газетам, самое популярное заклинание современности – это «Верну мужа, гарантия 100%». Военные академии для тренировки солдат и таинственная башня чародеев. У мира, в котором обитают герои King's Bounty, очень развитая мифология. Тому, кто освоится в компании орков, эльфов и гномов и поймет, чем демон Баал насолил императору, впоследствии будет легко изучить любой эпос. Например, Илиад. И там и здесь вечная история борьбы героев между собой и друг с другом. А также волшебные звери и боги, союзники смертных, что им симпатичны. Гекзаметром заговори. Миру Тианы опасность грозит. На перекрестках, в лесах и застольях орки мечи обнажают против рода людского. Людского. Мы побороть их должны при помощи зелий и копий, а также ручного дракона. Дракона? Что прячется справа в меню и прилетает по первому клику. Да. Есть перекрестки миров и редактор. Помощь мужам, создателям новых земель и героев. Рад, что склонили вы слух к нашей песне короткой. Пусть вострепещут Ганновер и Бонус живые! Нам, а не им, пусть отныне приносят новые игры в красивых коробках.